Наши мысли загоняют нас постоянно в ловушку. Так природа сделала, чтобы мы все время использовали мысль для самозащиты, для обороны, для определенности там, и так далее. Вот. И эти мысли начинают играть против нас. И мы, как можно бороться с собственными мыслями, если вы это думаете? Да? Вот думается, что мне сейчас станет плохо. Что вы с этой мыслью можете сделать? Вот. На самом деле можно. Вот. И вот технологии, связанные с работой, с прогнозами, иррациональными требованиями, ошибочными объяснениями, все это помогает схватить эти мысли до момента, пока они включат автоматизм деструктивный до степени, когда вы не сможете с ним ничего сделать.